Возможность выхода Великобритании из Евросоюза сегодня приобрела реальные очертания. Один из самых популярных британских консерваторов, мэр Лондона Борис Джонсон, высказался в поддержку размежевания с континентом. Сегодня с Джонсоном спорил премьер-министр Кэмерон в ходе парламентских дебатов. Отвечая на один из вопросов, глава правительства заявил, что в ходе выхода Британии из ЕС заинтересован только один политик на планете – Владимир Путин. Ни один из мировых лидеров, с которыми я беседовал, в Австралии, в Новой Зеландии, Канаде, Америке, ни один из них не хочет, чтобы мы вышли из ЕС. Единственный человек, который, я думаю, хотел бы, чтобы мы вышли из ЕС, это Владимир Путин.